Владимир, ну, с победой вас, во-первых, ожидали, что сегодня выиграете все-таки. Заранее эксперты все прогнозируют, что это какая будет легкая прогулка, а в итоге вы уже начали с победы. Ну, у нас настрой на, в первую очередь, хорошую игру, потому что соперник непростой. Вот, мы готовимся к каждому моменту, настраиваемся, поэтому выходили с хорошим настроем сегодня. Очень много блокированных бросков. Это задача тренера или ситуативно так получается? Ну, это и задача тренера, и все ребята сами понимают, что это необходимая часть игры, поэтому все стараются выполнить ее. Стас Галиев вот радует, забивает и забивает, уже догнал Григоренко по шайбам, по заброшенным. То есть у него же такое вдохновение какое-то, да? Ну, он молодец, он забивает очень нужные моменты. Вот. Не знаю. Это нужно, это хорошо, что так есть, и будем продолжать играть в том же духе. Насколько усилил игру Секач? Они вместе давно играют, я думаю, то, что у них хорошее взаимопонимание между собой. Вот, поэтому, я думаю, у них все нормально. Насколько ЦСКА опасен на контратаках? Столкнулись два ваших игрока и наказали моментально. Ну, все команды сейчас опасны на контратаках. Они ждут этих моментов. То есть нельзя допускать там каких-то ошибок. Ну, случилось и случилось, такой игровой момент. Постараться просто не допускать пошлости и все. Ноль удалений у вас. Это тоже как бы дисциплина вот такая, наверное. Золотой Хайдарович похвалил, наверное, да, за такую игру, что ни разу не удалились. Мы стараемся не удалиться. После вот этой пропущенной шайбы, после столкновения, обидная контратака ЦСКА, пропущенной шайбы, как вернулись в игру, что-то обсуждали с ребятами между периодами? Ну, нужно продолжать играть, несмотря ни на какой счет. Если мы ведем счет, или там проигрываем, ничейный результат. Нужно не опускать руки и играть правильно, в первую очередь. Ваша передача во время второго гола загорела. Там было время подумать, сразу приняли решение отдать назад. Ну, я сейчас не очень его видел, потому что обрабатывал шайбу, видел Дениса сразу. Когда на подарок видео просмотр у команды были какие-то вопросы на счет, или вы знали, что это 100%? Ну, вопросы всегда есть. Вот. Иногда, конечно, там сразу понятно, что в данном случае было так немножко непонятно. И ждали решения арбитра. Хорошо, что получилось, как получилось. Вы специально изучали игру Юханса, который до этого не пропускал? Ну, не только Юханса. Владимир, сегодня все шайбы заходили именно вот в дальние ворота. Как не связано? Никак не связано. Хотя там в первый момент хороший момент. Не расстроил. Хороший момент просто реализовывать. Спасибо.